Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 125 на странице 50 рабочей тетради по русскому языку для третьего класса автора Канакина. И рассмотрите схему, подберите к ним слова с таким же составом, запишите. В первом слове у нас должен быть корень и окончание. Улица. Корова. Бумага, сторона. В следующем слове у нас должен быть корень, суффикс и окончание. Девочка, длинный. Маленький. И в последнем группе слов у нас должен быть приставка, корень, суффикс и окончание. Повязка. Замазка. Придорожный. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.